В столице многодетная мать, которая издевалась над своими малолетними детьми, может отделаться штрафом. Материалы по этому делу готовятся направить в суд. Об этом заявили в городском департаменте полиции. Ранее социальные сети взбудоражили фотографии с девочкой в нижнем белье, сидящей на пороге дома. Выяснилось, что ее за детские шалости решила наказать собственная мать. Мира Альжанова выясняла все подробности. На этих фото 8-летняя девочка. Она сидит босиком у крыльца дома, практически без одежды. 20-градусные морозы. На другом снимке ребенок лежит на полу, укрывшись тонким одеялом. Семья живет в общежитии недалеко от старого столичного вокзала. Страшно представить, что могло бы произойти, если девочку не заметили соседи. А до этого еще был тоже инцидент. Вот эта девочка, она на полу спала, ее выгнали. И вот мы ее завели, сюда положили, сами на пол легли. Вот первый раз мы ее завели туда, домой, обратно. А во второй раз, когда уже был на следующий день, это тоже вечер был, мы ее уже, ну, чтобы никого не тревожить, дочку их не взяли и к нам положили. Все началось с того, что у соседки пропали прищепки. Дети, играя с ними, забыли положить на место. Узнав об этом, мать решила наказать двоих детей. Своего 6-летнего сына избила, а 8-летнюю дочь выгнала раздетую на улицу. По словам очевидцев, девочка минувшим вечером сидела именно здесь. Соседка, увидев ее, завела в себе в комнату, а чуть позже ребенка забрала старшая сестра. В семье воспитывается 4 детей. Старшей около 10 лет, а младшему 4 года. Днем родители на работе, говорят соседи, поэтому дети постоянно одни. После этого вопиющего случая с девочкой органы опеки и ювенальная полиция взяли семью на контроль. На данный момент семья поставлена на учет профилактически в органах ювенальной полиции. Материалы готовятся на комиссию по делам несовершеннолетних при акимате города Нур-Султан для проведения профилактической беседы и, соответственно, принятия мер. Материалы по данному факту готовят для передачи в суд. Ребенок сейчас в безопасности, сообщили в столичном отделе опеки. С ним работают психологи. А что касается матери, то сейчас рассматривается вопрос о привлечении ее к административной ответственности. Мира Альжанова, Дания Ромар, Альтурия Хамиев, телеканал Алматы, Нур-Султан.